Продолжаем знакомство с Focalboard. В первом видео мы его установили. Сегодня посмотрим, как он работает. Сразу предупреждаю, выглядит не очень, перетерпите. Есть много легенд и сказаний о страшном снаружи и прекрасном внутри. Красавица и чудовище, например, хотя это не эталон. Может, Квазимода, хотя тоже нет. Так, ну давайте начнем с того, что создадим новую доску, и чтобы понять, как все это работает, лучше создать ее пустой. Так, создаем карточку. В случае с Task Manager'ом задание. Тут у нас есть только статус и, собственно, тело карточки, описание и комментарии. Статус — это выбор из списка. Списка нет, заводим первый пункт. По логике Kanban у нас должно быть минимум три категории. Сделано, в процессе и не начато. А вот сделано. Вторую карточку заведем в категории в процессе. И, наконец, не начато. Окей, карточки есть. Только надо поменять все местами. А вот так это выглядит хронологически. И, собственно, почему у нас карточки сортируются таким образом? Потому что тут выбрана группировка по статусу. Но статус — это одно из настраиваемых полей. Соответственно, если мы выберем здесь еще одно поле с типом «Выбрать», то есть «Выбор из списка», назовем это, скажем, «Отдел», и каждой карточке добавим название отдела. Чтобы было нагляднее, каждую карточку поместим в разные отделы. Ну, то есть, то было задание для отдела рекламы, а это для фандрайзеров. То теперь мы можем сгруппировать карточки уже и по отделам. Ну, то есть, посмотреть, какие задания лежат на каком отделе. Давайте сюда еще добавим, чтобы она не болталась без приписки, отдел «Бухгалтерия». Любимый мой отдел. А вот. Ну и создавая карточку здесь, мы ее создаем сразу в отделе «Реклама». А вот как раз новое задание, то есть не начато. Хорошо, можем вернуться к процессам прохождения задачи. А как сделать, например, так, чтобы посмотреть стадии работы не вообще, а какого-то конкретного отдела? Достаточно легко. Надо добавить еще и фильтр. То есть мы группируем по статусу, но в выдачу включаем только карточки из отдела «Реклама». И получаем все задачи отдела «Реклама» по степени исполнения. И здесь же мы можем их перемещать, меняя статус. И это уже views, представление. По сути то же, что в Airtable. Создаем дубликат. Дубликат чистый, без настроек. Возвращаемся к созданному views и называем его «Рекламный отдел». А вот так вот. В рамках одной доски у нас есть отдельное представление, которое касается исключительно рекламного отдела. Ну и по аналогии мы можем сделать вьюсы для всех отделов внутри организации. При этом в зависимости от задачи они могут быть, собственно, доской, галереей, календарем или таблицей. Как удобнее. Давайте попробуем настроить что-то похожее на Asana. Ну, во-первых, нам нужна дата. Это дедлайн. Во-вторых, время обновления. Это нужно, чтобы фиксировать, когда и кому передали карточку. Focalboard проставляет это автоматически. Дальше, кем обновлено. И еще один выбор. К сожалению, тут нет фильтрации по создателю или тому, кто обновил, поэтому имя ответственного нужно заводить через выбор. Ну, то есть, вот мы назначаем задание Владимиру Ломову и можем посмотреть, сколько на нем висит заданий. И этот views называем «Задача Вова Ломова». А если Вова Ломов, например, решит передать задачу Николаю, то он выбирает другого ответственного, и тот видит, что 20 мая Вова Ломов ему передал карточку. И если он ее передаст кому-то еще, там это также будет отмечено. Ну и если говорить про Asana, то я чаще всего пользуюсь в ней представлением в виде календаря. Очень удобно. Давайте сделаем здесь такое же. Заведем дату дедлайна. И выберем представление в виде календаря. Вот так вот. И заводя карточку, он автоматически... А, нет, не так. Он вот сюда дату заносит. Тогда это удалим. А это поле назовем дата исполнения. Ну, то есть дедлайн. Да, все. И теперь, перемещая карточку по календарю, мы автоматически меняем в ней дату дедлайна. А если мы назначим ответственного, то он может с помощью фильтра настроить views так, чтобы в календаре были видны только его задачи. Ну и все.
Назовем эту доску как-нибудь. Можно создавать доски под отделы, например, или под какие-то конкретные большие проекты. Да, конечно, хочется рассказать про многое. Тут еще есть свойства. Это поля, которые показываются в карточке. Ну, то есть, тут это важность задачи. И еще есть какие-то вот такие цифры. Причем вот это 56, явно сумма 16 плюс 40. Что это? Это также настраиваемое поле, предполагаемые временные затраты. А здесь формула, то есть сумма по графе Estimated Hours, расчетное время. Несложно догадаться, что формулы бывают разные, и графы, по которым они считают, также бывают разными. Ну, те, что вы выберете. Ну вот такая получается история. В связи с этим наблюдение из жизни. Когда я впервые открыл Obsidian, мне он тоже показался каким-то кривоватым, а теперь просто души в нем не чаю и прямо не могу удержаться. Пишу в него и пишу. Кстати, ссылка на полный курс по Obsidian в описании. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и Теплица социальных технологий. Thank you.